Пане Сергію, в принципі, досіль, ну, в суспільстві є думка щодо небезпеки, в принципі, грального бізнесу. Є там, наприклад, лудоманія, є там залежність гральна. Тобто, це все реальні складні речі. От поясніть, чим відрізняється гральний бізнес від оцієї, ну, такої бізнесу, який фактично стимулює хворобу у суспільстві. Тобто, де ця грань, і от як ви можете відповісти на питання нашого телеглядача щодо грального бізнесу? Ну, начнем с того, что, скорее всего, Бог заложил в людей вот эту часть, такую как азарт. Да, не во всех. Есть просто часть людей, которая болеет азартом. Кто-то болеет, допустим, какими-то экстремальными видами спорта. Кто-то там, не знаю, подводными какими-то интересными вещами, а кто-то болеет вот этим азартом. Еще в, скажем, древние времена там наскальные рисунки были обнаружены первые игровые кости. Можете себе представить, сколько лет вот такой вот вещи. Угу. К тому же игорный бизнес, он просто объединяет такие вот, скажем, понятия, как казино, там. Многие люди не задумываются просто о том, что многие вещи в нашей жизни – это и есть игорный бизнес. Возьмите биржу. Люди делают ставки, они покупают что-то, не зная, поднимется ли фондовый рынок, либо он упадет. Они делают ставки и выигрывают или проигрывают. Правильно? Это тот же игорный бизнес в основе своей. Финансовая система – тот же игорный бизнес. Ну, Форекс, так, колывание. 100%, конечно. Это тот же самый игорный бизнес. Единственное, что есть грань социального игорного бизнеса и несоциального. Когда аппараты, тут стоят, больше детально пояснить, да, когда аппараты стоят на улице, и идущий ребенок в школу может вытащить из кармана деньги, которые родители дали ему на бутерброд, да, это не социально. Когда на каждом базаре, извините, возле того, где продают пирожки, становится какой-то непонятный объект с надписью, и там внутри находятся игровые автоматы, это ненормально. В цивилизованном мире, в государствах, во-первых, людей обучают культуре игры. Это есть целая наука, которая учит людей не становиться лудоманами, потому что есть целая практика, когда человек определяет количество времени и количество денег, которые он может позволить себе для развлечения. Это точно так же, как вы идете в кино, вы покупаете билет? Покупаете. Вот точно так же и человек в Германии, допустим, там, где это очень развито, он идет, он знает, что он будет играть час, и у него на это 20 евро. Он даже знает, почему, потому что есть специальные передачи, объясняющие, сколько человек сможет проиграть примерно на эти деньги. Если за час он выиграл, у него больше кредитов, он их снимает, ложит в карман и идет домой. Если он проиграл раньше, он не будет дальше продолжать игру. Он подойдет к бару и будет пить себе какой-то сок, смотреть телевизор. Понимаете? Есть масса систем, которые позволяют ограничить людей от лудомании. Лудомания на самом деле это заболевание. Поэтому здесь, конечно, мы не специалисты, мы не врачи. Мы не можем лечить психические заболевания. Но мы можем устранить последствия этих заболеваний. Почему? Потому что последствия это есть потеря бюджета семьи. Это страшная вещь. И поэтому существует три типа игрового оборудования. К сожалению, наши законодатели не всегда об этом знают и не используют этих вещей. Но в мире есть четкая категория социально безопасного игрового оборудования, ставка на которых всего лишь $1, максимальный выигрыш там, до $1000. Что это такое? Это грубо, чтобы было понятно, человек физически в течение там, суток может проиграть максимум $100-200. Ну, в Соединенных Штатах, а у нас это 100-200 гривен. Да, он физически не может просто проиграть больше, потому что есть очень низкий порог ставок. Дальше есть такие вещи, как клубная техника, это клубные игровые автоматы. Это аппараты уже более с высокой ставкой и с более высокими выигрышами. Естественно, что почему здесь я говорю еще о выигрышах? Потому что человек подсознательно играет до тех пор, пока есть разница между его проигранными деньгами и выигрышем максимальным. Он всегда надеется, что этот выигрыш упадет ему, и он сможет забрать, вернуть эти деньги. Когда выигрыш маленький, он как бы морально не дает ему проигрывать большие деньги. Для этого придуманы системы джекпота.
для того, чтобы вот эта капля, которая висит, мотивировала человека проигрывать больше денег. Ну, тобто, якщо я вас правильно розумію, в принципі, якщо б у нас держава підійшла більш креативно до питання горного бізнесу, грального бізнесу, тобто, в першу чергу треба було забрати всі гральні автомати з місць постійного перебування та пересування людей. Правильно я розумію? Нужен був закон. Щоб їх там не було. По-друге, треба було ставки на ці гральні автомати зробити дуже маленькими для того, щоб ці гральні автомати, на них просто неможливо було фізично програти велику суму грошей. Правильно я розумію? Да. А вже потім йти далі там, до казино, там, до готелів, так і якихось інших гральних автоматів. Ви розумієте, до 2009 року ми самі билися, щоб був прийнятий закон. Хоч якісь правила на цьому ринку. Тому що правил не було. Сегодня мы говорим, что у нас был беспредел. Беспредел был вызван на самом деле в 2007 году. Почему в 2007 году? Потому что господин Путин своим указом запрещает в России игорный бизнес. Он говорит, ребята, у вас есть лицензии, доработайте их до конца, у вас 2 года. И дальше мы закрываем, переезжайте где-то в зоны, там он им что-то выделил. Вот. И естественно, что крупные российские компании начали вторгаться на украинский рынок. У них было время, это не то, что у нас, да, за один день закрыли. У них дали 2 года. Люди могли вытащить деньги, перейти в какой-то новый бизнес, в другую страну переехать. И они это сделали, они наводнили украинский рынок дополнительно этой техникой. У нас пройти было невозможно, у нас настолько много этих аппаратов появилось. Те же столбики уличные появились от них, ромашки появились от них. Я, допустим, ни столбиками, ни ромашками не занимался. А что это такое столбики? Ромашки? Столбики и ромашки это устанавливались такие вот аппараты именно на улицах. На каждой остановке они начинали становились, на рынках ставили, в таких решетках страшных. Ну, это было жутко. Но вот дети, как раз таки, пенсионеры проигрывали туда сумасшедшие деньги. Угу, понимаете? Дякую. И проблема-то была не в том, что игорный бизнес плохой, потому что его никто не регулировал. Мы написали собственный закон, мы принесли его сами. Не законодатель, мы сами его принесли. Мы прошли комитет Верховной Рады, институт при Верховной Раде по законотворчеству. Он был признан первоочередным, потому что позволял поднять почти в 10 раз выше бюджет страны. Понимаете? Мы сами, как профессионалы этого бизнеса, мы понимали, что дальше такая ситуация развиваться не может. Но нас никто не слышал. Дякую.